то мы не знаем, что у нас третье обезнание этот самый. Тут неподъемно у нас всегда. Вы из комбината коммунальных? Да? Да, Сухитин. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Василий Дмитриевич Сухитин. А фамилия ваша? Диденко. Вы кем работаете в комбинате коммунальных? Механиком. И что сейчас вы собираетесь делать здесь? Сейчас будет машина сюда идти, подсыпать этот самый. Я только могу подсыпать. Вы думаете, что будет толк, да? Толку там же лед будет внутри. Правильно, толку не будет, при этом морозе это нереально. Толку не будет. Мы посыпем, но она опять же это самое. При этой температуре и при таком этом здесь должна быть дорога закрыта. Почему? Это же не горный перевал. А что это у нас? Это вот эта дорога. Ну я сейчас посыплю, я вам говорю, соль не помогает. Соль при температуре минус 10 не действует. Песок я сейчас посыплю, но оно то же самое. Для таких фур это неподъемная эта дорога, неподъемная. Мы здесь были, посыпали, начиная первая машина в 3 часа ночи была. Посыпала. Это и ночью, прошу. Да, 2 часа пошел снег, 3 часа, начало 4, первая машина прошла. Я был уже на работе, меня сразу позвонили, я был на работе. И первая машина уже 3, начало 4 уже была здесь. Машина бросила.